Готовь сани летом, а велосипед зимой. Больше чем за полгода началась подготовка к Плёскому веломарафону 2016. Состоялось первое организационное собрание по привлечению к проекту волонтеров. Планируется, что событие, грандиозное по масштабу и количеству участников, приглашают 3000 спортсменов, состоится в Плёсе 17 июля следующего года. Подготовку начали заранее, чтобы суметь вовремя решить все технические вопросы. Разработать и подготовить трассу, досконально продумать детали. Также разработать новый дизайн медалей и грамот. Важная часть работы – поиск спонсоров. Напомним, Плёскский веломарафон – ежегодное массовое мероприятие. В 2015 году участие в нем приняли более 400 спортсменов. Нам необходимо около 150 волонтеров. Сейчас это количество гораздо меньше. Сейчас, возможно, мы наберем около 50 волонтеров. Соответственно, мы будем проводить еще такие встречи, чтобы привлекать в команду больше людей.